Боятся ли диффузных изменений поджелудочной железы на УЗИ? Нет, не боятся. Этот диагноз ставится 99% людей, которые ходят после 30 лет на УЗИ органов брюшной полости. Диагноз может быть ничего не значащим, он, скорее всего, будет говорить о том, что у нас затруднен доступ к поджелудочной железе и просто сверху есть какая-то пневматизация. Посмотреть поджелудочную на УЗИ достаточно сложно из-за ее анатомического расположения. Она находится примерно на спине, за желудком, за кишечником, поэтому диффузные изменения поджелудочной железы на УЗИ это не равно хронический панкреатит или вообще какой-либо другой панкреатит. Панкреатит ставится совершенно другими анализами, поэтому если вы такое видите в своем заключении, пугаться не нужно. Чтобы помочь вам не попасться на уловки самых модных ЗОЖ и ПП-трендов, я подготовила для вас бесплатный открытый урок. Чтобы посмотреть его, переходите по ссылке в описании к этому видео.